У вас вообще совесть есть? Это не меньше 500 стоит. 500? Да откуда такие деньги? Мужик, тут ехать всего ничего. Да где всего ничего? Туда через весь город почти пилить надо. Ты пойми, я не заламываю цену. Ну, дай хотя бы 400. Есть 200. Поехали с 200, а? Ну, поехали за 200, а? Нет, вы с ума сошли. Я на 200 туда только бензина сожгу. Мужик, ну нам очень надо, а? Ну, вопрос жизни и смерти. Ты услышь меня-то? У меня дома жена, дети, а я без работы остался. Да мне натурально жрать нечего. На вас я ни копья не заработаю. Ну, дай 300 хотя бы. Да нет у нас 300. Есть 200. Влипли мы, понимаешь? Значит, в клуб едете, а на такси только 200 рублей? Мужик, ну, да не в клуб мы едем. Я тебе для ориентира назвал, понимаешь? Нам рядом там надо. Ну что, вот так вот? Вот надо? Очень надо. Выручай. Ну хрен с вами, садитесь давайте уже. Я вас не повезу так. За такие деньги никто не повезет. Тём, поехали. Давай, командир, трогай. Ну чё, сколько? 200. Ты хорош. Как всегда. Ну ты чёрт. С тобой, да. Твое здоровье. Давай. А ты говорил, что попали вы там, что влипли. Влипли, влипли. Блять. Нормальная музыка есть? Вот это музыка. Вот. Давай, давай. Да ладно, расслабься, пошутил. У меня не курят ребята в салоне. Да? Да. А. Так я уже подкурил. Не выбрасывать же. Последний, командир. Ребят, у меня аллергия на курю, ей-богу, ну, я прошу. Не повезло тебе с аллергией-то. Я в окошко. Да не, Макс, знаешь, как все это сложно тянуть. Я знаю. Одноклассники.ру. Аська, ЖЖ-жечка, что там у тебя еще? И все, рабочий день закончен. Чё да, Макс, он же не прав, я, между чё прочим... Ты трудишься, как трудовая пчелка, что ли? Шахтер Кузбасс, блядь. Герой соцтруда, мать твою. Что ж такое-то? Заблудился, что ли? Мужик, я что-то не понял, а где мы? Да я сам не пойму. Ну там поворота не было левого. Спроси у жареного, есть ли там тёлки. Жареный... Чё? Жареные тёлки есть! Слышь, жареный, Макс спрашивает, мяса много? Я говорю, мяса много!
Они, короче, не дошли еще. Да много чего-то. А? Да хрен его знает. Едем где-то. Да, я не... да блин, Макс, аккуратней. Блин. Ну я не знаю, сейчас приедем. Улица, а на ней дорога. Макс, подыми сигарету. Тихо, что ты палишь меня. Че ты встал, мужик? Светофор, че? Блядь, Тём, я нищий. Чё ты смотришь так? Я тебе реально говорю, что я нищий, блядь. Слышь меня, ты чё говоришь? Ты говоришь, что я, блядь, нищий, понимаешь? Вот. Макс, ну, 7 штук баксов, конечно, деньги небольшие, но с другой стороны, ну, не так уж и мало. Да? Ну, да нет, ну, Тём, ну. Ну, смотри, ну, 2 штуки я отдаю кредит за хату. Угу. Так? Ну. 2 у меня уходит, блядь, на одежду. А остальные, ну, клубы посираю. Угу. Не, ну, ты же у нас недавно. Ну. Ну, к Новому году подниму до 10. 10 полегче будет. Ага. И потом... Ты ж только откат хапнул. Ну да. Ну. Так нет его больше. Блин, Макс. 10 штук, куда ты дел за неделю? Тёмыч, ну смотри. Галстук. 700. Ботинки. Ну, 2300. А остальное... Просрал. Макс! 7 штук баксов за неделю просрал! Не, ну... Блин, вот и черт, Макс! Не, ну что ты удивляешься, ну ей-богу, ну... Командир, давай, а! Макс, блин, аккуратней, ты энергетик пролил! Тормози здесь, блин, уже! Блин, вот засрал. Там, поворота! Ну, блин. Бывает! Что же? Командир, тормози, что ты расскажешь-то? Опа, а мелких-то нет. Тём, бомбили, 200 дай. Привет! Здорово, пацаны. Ну чё, как Виктория? Как Лена? Да нет больше ни Виктории, ни Лены. Чё? Блин, Макс! У меня тоже мелких нету. Здорово. Здорово. Привет. Парни, дайте 200 кто-нибудь, а? Я дам, у меня Слушай, есть. Макс, может хуй с ним? Тём, нет. Чё, он за 200 рублей удавится, что ли? Договорились, должен заплатить. Ну... Давай, Тём. Макс, ну хорош, ты и так его опрокинул уже. Давай. Договорились же, ну. Чё, я спрашиваю, как Виктория, как Лена? Я ж говорю, нет больше ни Виктории, ни Лены. Чего? Ты чё, не знаешь, что ли? Жареный на полном ходу в семейный минивэн влетел. Погоди. Как? А так... Помнишь, ты субботу-то ключи от мотоцикла у меня отнял? Блядь, жареный. Ты ж пьяный в говно тогда был. Как обычно. Жареный, ты ж, сука, ты ж накурился, блядь. Ну вот, зря ты мне тогда ключи вернул. Я-то цел, ну разве что ушиб легкого, да вы их плеча. А с ней что? Викторию не восстановить. Да я не мотоцикл, я о Лене спрашиваю. С Леной что? Там край вообще, чувак. Она перелетела через минивэн, прям под фуру. Вчера ей ноги должны были отрезать.
Или то, что от них осталось. Это если она вообще еще жива. Это да. И главное, менты такие суки оказались. Я им говорю, чего, как, сколько надо, ну чтоб разбежаться. Вы прикиньте, эти уроды бабло не взяли. Вообще гандоны, блин. Слышь, Жареный, тебя ж посадят. Приколи, реально посадят. Ты издеваешься? У меня отец прокурор. Кто меня тронет? А вот белоруса того, отец сказал, что закроют. Это ведь он на красный свет выехал. Погоди, я что-то не понял. Кто тогда виноват был? А откуда мне знать? Я его вообще не видел. Светофора. Я ж бухой летел. Ты у нее хотя бы был? У нее ж никого в этом городе. Зачем? Ну нафига она мне теперь с культяпками нужна? Нет, ты сам прикинь, сколько мяса здорового вокруг с ногами ходит. Да, Макс? Макс! Вы чё, приняли? Да ничего не приняли. Эй, чувак! Макс, ты куда? Макс! Слышь, чувак, осторожно! Макс, аккуратно! Да ёп! Чудило. Чуть под машину не попал. Эй, Макс! Викторию жалко. Раритетный аппарат был. Чё теперь? Пошли тёлок снимать. Да пошёл ты в жопу со своими деньгами. Да как ты со мной разговариваешь, ты? А я разговариваю с тобой, как с пьяным говном. Ты лучше скажи, как ты сюда через охрану пролез, чёрт лысый. Слышь, да сам ты лысый, а. Слушай, иди отсюда. Ты иди, чё барагонишь? Ментов на тебя, что ли, вызвать? Напугал, ментов. Ну, сделай милость и побыстрее. Ага, а вот охрана идёт. Сейчас они тебе устроят майскую ночь. Пошёл! Погоди, мужик, ну, да остановись на секунду, пожалуйста. Выслушай меня. Тебя как зовут? Твою мать. Мать Тереза, калькутская. Устраивает? Ну, извини ты меня. Извини. Мне обязательно ее нужно увидеть, понимаешь? Мне обязательно сегодня нужно... Ты ж сам все знаешь. Ну, выручай, мать Тереза. Да что значит съезжает, а? Вы же врач. И что? Как что? Дайте таблетку волшебную какую-нибудь. Таблетку волшебную? Ну? Да мы ее еле-еле вытащили с того света. У нее вместо ног сейчас фарш. Я ей целыми днями пытаюсь собрать по кусочкам одну ногу. Ты меня понял? Одну ногу. А со второй еще хуже. Я бы и за вторую поборолся. Скатывается она, понял? Чего? Пойми ты, дубовая твоя голова, врач — это не бог. Он делает все, что в его силах. Но если человек сам не борется за свою жизнь, то ты извини, братец, мы бессильны. Лен, привет. Как настроение? Лена? Лена?
Лен, тут... тут такое дело, в общем, что... Мне доктор сказал, что... Что если ты... Не будешь бороться, то... Лен, они тебе ногу могут оттяпать. В общем, Жареный, у него там... дела и... Ты не жди его. Просто я не знаю, что в таких ситуациях обычно говорят. Буря стороной прошла. Помнишь, Лен, когда мы диплом обмывали, такая же ночь была, теплая. Ты знаешь, я к тебе приду еще. Завтра приду. О, а вот и твой личный таксидермист пришел. А мы тут с Леной решаем, что завтра ей там принести. Вот, вписываем. Заговорила? Она нет. Она мне азбукой Морзе набивает тут, и мы вписываем... Так, что мы тут написали? Значит, 4 пива и 2 водки. И 2 шпикачки впиши под закусь. Вы с ума сошли? А что, нельзя? Да нет, конечно, это же больница. Нужно понимать, что другое нужно. Нужно диетическое что-то там, презервативы там. О! Дело. Ага, пишем. Скажите, а что у вас обычно... Пациенты после операции просят. Больные после операции? Ну, как сказать? Ну, если выживают, хорошо. А, если выживают? Ну, если выживают, то я после Лены одного мужика пью. Ага. Так он бабу попросил. О, Лен, бабу будешь? Лена, не отказывайся. По себе знаю. Вписываем. Вот так помогает. Вписывать однозначно. Ну, а если Лена откажется, то, я думаю, не пропадет, да? Ну, это точно. Эти зеленые мухи. Это нормально? Трупные пятна, пожалуйста. У вас хотя бы один пациент поправился, а? Конечно, нет. Ты что, газет не считаешь, что ли? А чем мне их читать? Я и сам лучше могу. Вот смотрите. Заголовок, значит. Врачи, трупоеды. Так. Как вам начало? Воруют человеческие души пациентов. И меняют их на беляши. На беляши, говоришь? Ну. Меняют? Ну да, а чё? Слушай, давай иди отсюда. Пошли, 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 пошли. Иди, всё, иди, ухожу, иди, ухожу, иди, ухожу. Только знаете что? Что у вас в трупоскладочной вашей? Не выключают свет, что ли? Вас не учили экономить электроэнергию? А у нас тут гробовая тишина.
подсказать некому. Ага. Давай, пошли, 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 давай, 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 давай. Младенцев, вы с чем маринуете? Лучок, чесночок, ведро воды, сметанка. Давай, иди, вот, иди, 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 иди. Выключатель-то надо починить. Починим, конечно, починим. Ты давай, давай, вали, 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 вали. Ну вот и все, да? Теперь ты пропадешь, да? Ну да, ведь делалось все в ноге. С ней это все теперь предельно ясно. Зачем мне навещать? Дело в ноге. Ты жестокий. Я честно. Да? Зачем тогда год назад ко мне в больницу ломился ночью, а? Лена, помнишь ты... В институте от меня бегал, так? И что? А тут я узнаю, что ты, возможно, без ног. И еще, может быть, под наркозом. Дай, думаю, приеду, трусы с тебя стяну и... Дурак, что ли, блин? Я серьезно спрашиваю, зачем? Лен, ты помнишь мою собаку? Господи, нашел о чем вспомнить. Нельзя было ее тогда одну оставлять. Макс, нет в этом твоей вины, понимаешь? Ты сделал все, что мог. Тебе врачи сказали, нужен стационар, ты нашел стационар. Сказали, нужны лекарства, ты же отыскал их? В ее смерти вообще нет твоей вины. Нет, Лен, так нельзя. Своих не бросают. И потом что ты меня... Ты меня что... В один ряд ставишь с собакой? Да. В один. В таком случае лучше бы себе щенка завел. А я вот и думал. В больницу к тебе ехать или щенка купить? Ну не буду я собаку трахать, правильно? Ты
Ты сволочь, ты... Лен, у меня столько говна, представь, как мне с этим живется, а? Ты абсолютно зло. Да зло, ты давай, понял. Вставай. Вставай уже, ну. Костыли дай, а? Не дам. Врать, что тебе сказал? Много надо рассказывать, правильно? Расскажи с костылями. Ты наступай. Ух ты. Сдеваешься надо мной? Наступай на ногу, давай. Ты животное, ты вообще... Ты ногой ходи, что ты прыгаешь? А что ты халтуришь? Не наступать больно. Ты бьешь, так бей, что ты? Коллега, блин. Ты циничный. Вообще, я не знаю, как я... Почему нет? А? Лен, ну сложно со мной все. Найди кого-нибудь попроще, а? Не хочу попроще. Мне нужен ты. Значит, переспал со мной и все? Теперь неинтересно, да? Добился, чего хотел, да? Да. Я целый год с тобой возился, чтобы разок тебя трахнуть. Ведь в мире больше нет женщин, правильно? Макс. Макс, прости, а? Макс. Макс, я люблю тебя. Правда, Макс. Ну давай попробуем, а? Просто попробуем. Макс! Макс! Макс, ну послушай, пожалуйста. Правда, Макс. Ты жестокий. Макс, ну пожалуйста. Mm-hmm.